Внимание! Срочные новости! 5 месяцев назад в городе Малый Рон, в котором мы сейчас живем, завелся крайне агрессивный маньяк по имени Мистер Мясо. Он превращает людей в свиней. Это очень страшно. И Мистера Мясо нужно реально наказывать за такое преступление. Дело будет пополнять агент 005. Но, мистер, я приступил к работе. Чей? Мистер Мясо? В главных ролях агент 00П. Мистер Мясо, Амелия Кларк, свинка номер 13, Ребекка, доктор Уайт, грязный Дэн, зеленая собака, Конгу, Зерномех и Эндрюс Малят. Режиссер фильма Тимофей Чернов. Сценарист фильма тоже Тимофей Чернов. Однажды на ферму прибывает лучший агент США 00П. Его миссия – узнать, что мясо там скрывает, раскрыть тайны и узнать, что этот дядя больше скрывает. Или кого он держит в подвале. Скоро вы все узнаете. Это место очень грязное. Дьявол. Дверь закрыта. Надо бы пробраться в этот дом. Только как? Надо осмотреть все. Господи, а чё сейчас было-то? Там было какое-то рыжание. Ох, я сейчас промокну. Бэм! Готово. Можно туда полезать. Ура, я внутри! О, как здесь воняет! Я как будто в маске и носком! Чуть не задохнулся. Так, тут инструменты какие-то. Возможно, мясо что-то чинит. Интересно, что он там смотрит. Вот он, этот дядька. Ух, вот эта тушка. Надо будет еще пробраться в дом. А нет, я уже здесь. Значит, я буду подкрадываться. Так. Я уже близко. Вот я влип. Агент 00П. Он же агент, ради помощи готов на все. Настоящее имя. Энтони Роберт Джеймс Афтон III. Он давно бросил школу. Характер шпионский. Возраст 14 лет. О боже! Мясо! Как раз я ждал новых клиентов! Ты чё собирался сделать, дурень? А ну быстро отпусти меня! Не волнуйся, тебе понравится! Что я только что увидел? Это я убил агентов! Я превратил их в свиней! И скоро ты будешь в этом списке свиней. Готовься! Скоро ты станешь свиньей. Ha ha ha!
Он же Пузыриед. Самый страшный мясник заточил свою дочь Лёпку. Охотится за агентом 00П, но удачно притворяется добрым, что, впрочем, ему удается заманить людей. Характер мерзкий. Не женат. И кажется, он пошел в туалет папочки своей. А? Куриная ножка тревога. Как я здесь оказался? И почему я так крепко заснул? Непонятно. Надо будет как-то отсюда выбраться. А нет, можно же просто дверь выстрелить. Почему же это у меня сразу день не дошла? Надо разгадать все тайны. Что он скрывает? У меня слюна потекла. Подождите-ка. Я слышу какие-то шаги. Надо посмотреть. Так. Чувак! Так, ну все, ну что, этот мясник... Ты чё? Ты откуда? Петя... Куриная ножка тревога. Это что вообще такое за свинство какое-то? Вот дверь, я тоже могу ее взломать. Готово. Как раз таки мне очень хочется узнать, что он там скрывает. Эй, поможешь мне? Простите, вы кто? Я Амелия Корк, работаю в ферме мистера Мяса. И он сошел с ума и посадил меня в клетку. Поможешь мне, а? А? Амелия Корк в детстве была благовоспитанной девочкой, но начала работать на ферме. Связалась с мистером Мяса и покатилась. Характер мягкий. Не замужем. Пожалуйста, помогите мне. Я уже 3 месяца сижу в этой клетке. 3 месяца! Да. Так, здесь дело нечисто. Пора взломать тут дверь. Пожалуйста, Амелия Клак. О, спасибо, агент. Не за что. Кстати, Амелия. Ты мне уж начинаешь нравиться. Ты мне тоже нравишься. И мы узнаем, что агент 00П влюбился в Амелию. Странно, агенту всего 14, а Амелии всего 19. Спасибо, что спас меня. Не за что, я просто выполнил свое дело. Ох, спасибо, мой герой. Также же мне надо спасти не только тебя, но и Ребекку, дочь мистера Мяса. Эх, пора бы отсюда сбежать. Но Ребекка старше агента 00П, потому что ей всего 16, а агенту 14. Мистер Мясо вообще жесток. Вот тебе на. Дверь опять закрыта. Сейчас взломаем ее. Слушай, агент, мне надо в туалет. 3 месяца не ходил, представляешь? Ладно, действуем по плану. Подскользнулся, подболеет робот первый. И робот второй пинает мяч. И... Внимание! Обнаружен нарушитель. Да чтоб ты сдохла, камера! Так тебе и надо, камера. Привет, а что произошло? Камера была. А кстати, Амелия, неужели ты 3 месяца тоже не ела? Да нет, я ела. Ко мне приходил мистер Мясо, приносил мне всякую еду. Ясно.
Свинья номер 13. Питомец мистера Мяса. Информация отсутствует. Свинья хочет жрать. Вот, смотри, я ему телевизор сломал. О боже, Кварк! Ах, борщ, супец, соль, мясо. Хочешь узнать, как меня спасли? Меня спас Энтони. Он мой герой. Раз ты уже свободна, убирайся отсюда. Понесло. Слушай, Амелия, этот мистер Мясо страшный пузырь. К нему лучше никогда не попадаться в лапы. Амелия, смотри, вот моя тачка. Класс! Хотел бы такую. Но у меня, честно говоря, нет такой. А ты купи ее. Я ее закажу. Да, ну, в общем, смотри на этот город. Какой он красивый. А, ты-то прав. Он реально красивый. Кстати, сегодня дождь был. Понимаю. А, кстати, когда я выбрался с клетки, ну, я был еще в ферме. И когда я услышал хрип мне, я подошел, и тут вышла свинья. Я от этого испугался. Слушай, это реально смешно, понимаешь? Слушай, Амели, я кое-что узнал. Мне надо заехать обратно в ферму мистера Мяса. Я забыл кое-что осмотреть. Ты имел в виду спасти Ребекку? Да. Слушай, Энтони, я очень давно не видел этот город. Понимаешь? Спасти Ребекку — это главное дело. Чего? Я ему еще покажу. Так, дверь заперта. Надо что-то делать. Ай, больно. Ba
Уничтожу эту дверь. Ну, привет, Ребекка. Как ты здесь поживаешь? Пам-парам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам. Хрю-хрю-хрю. Мою дочь украли. Не волнуйся, Ребекка. Все будет нормально, обещаю. Будет все нормально. Куда пропала моя дочь? С клеткой я вообще ничего не делал. Это очень странно. Как это вообще все получилось? Это дядя-неудачник. Мою дочь ограбил этот очкарик. Так что я не задушил этого очкарика. Я найду тебя, клянусь! О, Энтони, кого ты там привел? Это Ребекка, дочь мистера Мяса, о которой я тебе говорил. А теперь идем в лабораторию. Ведь об этом знает только доктор Уайт. Энтони, я с тобой. Ну вот я оба. Он уже сбежал. Так как тебя звать, я-то уже забыла. Ребекка. Характер мягкий. Возраст 16 лет. Здравствуйте, доктор Уайт. Смотрите, кого мы с Амелией нашли. Добрый вечер, доктор. Вот как раз я вам и привела Ребекку. Как раз таки она стала свиньей от этого зелья. Сегодня ночью я была заперта. И Энтони помог мне отсюда выбраться. Потому что у него рука роботизированная. Я с ним каталась немного. Потом Энтони ушел по своим делам. И он принес Ребекку, и мы побежали в лабораторию. Забыла, как это зелье называлось. Это красная мыль. Вот, даже Ребекка поняла, что это красное зелье. Если упасть или выпить это зелье, то можно стать свиньей. Ага. Энтони, завтра я еду за лекарством. Через 3 недели, через 10 дней у нас будет лучшая команда в США. Вы, Энтони, суровый агент, я ученый, Амелия у нас биолог, а Ребекка будет помогать в делах. Мы найдем это лекарство. Ребекка сможет жить нормальной жизнью и жить спокойно. Доктор Уайт, тут. Жаден, прожорлив, надменен, трусоват, ленив, характер отсутствует,
не женат. Доктор Уайт, я могу поехать с вами, но есть человек, на которого мероприятие я боюсь положиться. Кто он? Назовите мне этого негодяя. Я хочу знать, кто он. Вы, доктор Уайт, вы вообще не умеете держать свой язык за зубами. Ну, Энтони, отныне я буду тихий и спокоен. Ага, прекрасно. Ура, аппетите, друзья. Грязный Дэн, друг мистера Мяса, охотится за деньгами, прожорлив, характер скрытный, не женат. Ну, меньше. Мы собираемся купить ваше лекарство, чтобы излечить вот эту бедную свинку. Сэр, у меня давно есть вот эти лекарства, которые никто еще не купил. Хорошо. Ну все, мы смогли достать зелье. И Бека снова будет пузырем. Энтони, это может быть подделка. Вот если приглядеться, там написано зелье какое-то. Просто зелье и все. Ох, какой же тупой этот Дэн. Не понимаю я. Ладно, Ребекка, принимай лекарство. Будем надеяться, что ты вернешь свой облик. Хорошо. Почему у меня такое? Она вообще-то, когда говорит, она часто заикается, типа хлюкает. Ну ладно, принимали красла. Помогло? Нет. Это очень странно, ведь это должно было помочь. Теперь посмотри, это на самом деле было зелье от кашля. Грязный Дэн специально нас обманул, чтобы оставить эту бедную Ребекку свиньей. Теперь над мной смеяться будут. Успокойся, Ребекка. Сейчас я пойду и разберусь с ним, как мужчина с мужчиной, то есть как женщина с мужчиной. Все. Сейчас будет строгий разговор. А ну признавайся, быстро. Зачем ты нас обманул, а? Потому что у меня на самом деле не было этого лекарства.
Я хотел, чтобы Ребекка навсегда осталась такой же дочкой. Что ты сказал? Что слышал, Шалома? Я тебе сейчас такое... Ой. Ну что, разобралась с ним? Разобралась. Ну и что? Дэн сказал... Он сказал, что он специально дал лекарство от кашля. Он хочет, чтобы ты осталась свиньей. Вот это он и хотел. Ах, какой жестокий парень. Как же хочу я его ударить. Неизвестно, куда он убежал. Честно говоря, я сама не знаю, куда он убежал. Искать-то его уже... Не знаю. Давай, пасуй! Давай! Давай, пасуй! Пасуй, пас отдай! Теперь мой отец стал еще больнее. У него был реальный телевизор, но он сломан. Хочешь знать почему? Ну, слушай. Ну, я заслил камеру, и телевизор разломался на части. Вот как так-то? Мы в будущем. Короче, я уже не знаю, что делать. Может быть, нам полицию позвонить? И тогда полиция арестует самого мистера Мяса. Или лучше угнать фургон и сходить за ингредиентами. А может быть, лучше доктора Уайта попросить, чтобы он приготовил ингредиенты. Лучше залезу на этот катер. Так, как заводить-то? Чё-то не заводишься-то. Бензина нет. Так, что? Запустил её? Нет, не получилось, к сожалению. Бензина нет, и всё, капот. Эй, куда? Ну всё, он уехал. Без нас. А не хотите ли вы узнать, почему я стала свиньей? О, нам интересно. Да, Ребекка, реально интересно, как ты стала. Ну, в общем, рассказывай, как это случилось. Так, в общем, рассказывайте. Случилось это 5 месяцев назад. Было все нормально. Я Пузырь Ребекка, я живу с мясником убийцей, да. Мама, прости меня, но папу было безумно жаль. Он же, наверное, останется грустным до смерти, бедняга. Мама развела с отцом, отец лежил с женой Сьюзен, да и я его решила с ним расстаться. Чтобы не было ему грустно, да это так. Я была пузырем и стала свиньей. Я была пузырем и стала свиньей. Остался с отцом. Был он хороший. Мы были как незрелые, да. Случилась беда.
и цеп пропал, и папа забыл его. Пришлось его наизусть году, сказал, чтобы я гулял. Я была не против пройтись. Гуляла по тропинкам, увидел красный туман. Что это такое? Я не знаю. Да и сама не понимала, что это такое. Туман выходил из колодца. В это время клиенты ругаются на нас самого отца. Ведь из-за того, что отец забыл, как дуть, он стал сильнее и вовсе сошел с ума. Я была пузырем и стала свиньей. 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 Ну, привет, Ребекка. Как ты здесь поживаешь? Ребята, я знаю ингредиенты фламинуса. Фламинус? Это что? Выпьешь зелье и превратишься из свиньи в пузыря. Ингредиенты? А, да, ингредиенты. Только сколько всего ингредиентов? 3. Первое. Выплюнутое сено свинки-мутанта. Второе – красная Мэри. Третье – соль с сахаром. О, у меня соль с сахаром. Я положу этот соль с сахаром на свой соль с сахаром, чтобы соль с сахаром не лежал на твой соль с сахаром. Первое сделано. Дядя, почему у меня рыгание писклявое? А какой тебе нужно? Ну, такой, как у тебя. Как у меня? Ну-ка, рыгни сейчас. Сейчас кровь из ушей польется. Дядя, ну что делать-то? Есть один способ. В холодильнике лежит мясо. Возьми его и съешь. Мням-ням-ням-ням, кукинем, ням-ням-ням, все. А ну-ка, зарычи. Ну давай, грубее. Да давай, грубее. Да давай, грубее. Зеленая собака, он же Ахмшуш, бомж, ест доширак и ест Ахмшуш, ведь это его любимый перекус. Он всегда готов перекусить. Характер жирный, не женат Ахмшуш. Ну все, можно приступать к делу. А она не спалит нас? Да нет, не спалит. Она ушла куда-то. Слушай, я вообще боюсь ее, серьезно. Энтони, мы нашли. Чего нашли? А, выплюнное сено. Ну все, второе сделано. Осталась красная Мэри. И Ребекка снова будет пузырем. Если я выпью выплюнное сено, соль с сахаром и красная Мэри... И если их соедините, то получится фламинус. Если я выпью, то я снова буду пузырем, да? Ну да. Да неужели? Ну что, изменилось во мне хоть что-то? Да нет, ничего не изменилось. Да, нормальные.
Отлично, я как раз привожу сарай в порядок. Это понятно, что делать. А что делать с Ребеккой? По мне точно ничего не изменилось, Амелия агент. Потому что мы еще не положили ингредиенты, чтобы приготовить фонимус. Если соединить все, получится фонимус. Выпьешь, станешь пузырем. Только вот, уже ведро сломалось. Так скорее его нужно нести. Привет, доктор Уэйт, я налью. Ну вот, ведро уже точно сломалось. Я пойду за ведром. А вы присмотрите за Ребеккой, хорошо? Так, здесь нет ведра, здесь нет, здесь нет. О, лестница. Я еще не был на этой лестнице. Может быть, здесь что-нибудь есть? Так. Вот оно, ведро. Ага, нашлось оно. О, что это такое? Это пианино какое-то. Я лучше что-нибудь сыграю. Да, я лучше сыграю. Песня называется 00P. Это связано со мной, если что. Раз, два, три, йо, я увлекаюсь детством, потому что я хочу быть серьезнее, как Джеймс Бонд 007. Джеймс Агир, Как же я в детстве любил Джеймса Бонда, ведь потом я им захотел стать таким, как и он, но у меня есть бейджик 00P. Умею летать, на копейке вставать, и столько ловить, подслушивать, шпионом быть, хату сменить, деньги не грабить, ногами топать, хату сторожить, идиом. Где-то спасать, а девчонка визжать. Я же 00P. Каждый день просто 00P. Постоянно сушую металл. Каждый день просто 00P. Постоянно сушую металл. Каждый день после 00П. Улики пили Антони. Постоянно я сушую металл. Улики пили Антони. Каждый день после 00П. Улики пили Антони. Постоянно я сушую металл. Эти очки сделаны из металла. Эти очки просто петь. Круто одет. Понимаешь, в физике? Ну что у меня? Высокая IQ. В школу не хожу, и так умен я, Робби Райкарта, звезд от языков, всегда богат мне всех людей на земле. Болты постричь, кеды намочить, капитан газлить, по нему побывать, шефом болтать, жить шпионство, тест проходить, свинку убить, быка черпаук, на луну полететь, шокер надеть, стрелять по лягушкам, колу боить, опыта поломать, фильмы смотреть, Японии залетать, быка гудпул, и хакером кул, а то си тусить. Горько углить, на улице гулять, когда вокруг исчезать, караоке петь, сено поджечь, улыбкой тусить, не то Сереге, себя угадать, по слову воду пасть, я же 00P! Каждый день просто 00P! Постоянно сушую металл! Каждый день просто 00P! Постоянно сушую металл! Каждый день после 00P. Улики пили Антони. Постоянно я сушую металл. Улики пили Антони. Каждый день после 00P. Улики пили Антони. Постоянно я сушую металл. Сначала я разделил мита, его и записал. Хожу умной походкой, как Джексон Майкл. И свинья пока не бежит, иду и по лужам. Полночь уже никого не крутят. Смел ворочусь от пуль, что против не удается. Раз пуля, два пуля, три, четыре, пять. Мы с Шепом Аптоном никогда в ней не проигрываем. Потому что мы крутые, чтобы знать, как бы дважды два. Отец очень жалел, издевался как мог. Весело смотрел, как она страдала. И он хохотал над ней, образованный мел пузырь. Ева Уэйкман жестко ударил в голову носорог этот мистер. Мистер Мясо влево по башке закрутился мелю час. И хохотал надо мной, вы этот псих. Я же 00P! Каждый день просто 00P! Постоянно сушую металл. Каждый день просто 00P. Постоянно сушую металл.
каждый день после 00 п. Улики пили Антоник. Постоянно я сушую металл. Улики пили Антоник. Каждый день после 00 п. Улики пили Антоник. Постоянно я сушую металл. Алло, сэр, я уже выезжаю. Что-то агента 00П долго нет. Не, нашел это ведерочко. Теперь можно идти в сарай. Каждый день после 00П улетели Энтони. Постоянно я сушу металл. Короче, я уже ведерко нашел. Отлично, теперь иди собирай красное Мэри. О, я даже знаю, где оно. А вот и тот самый колодец. Ну вот, ведро опустилось. Сейчас оно опять поднимется. Ну всё, можно идти в сарай. Всё готово. Да, это то, что нужно. Немного этого, немного того. Всё, можешь идти. На 100% поможет тебе. Что? Что такое? Я так и вращаюсь? Работает! Не верится, что я снова девочка. Да, Ребекка, вот так ты гораздо лучше выглядишь. Ну да, всё-таки хорошо быть пузырём. Как же меня это бесило, когда заикалась хрюканьем. Зато, наконец-таки, я пузырь. Кстати, полиция сейчас приедет. Надо повстречаться с ними. О, ну-ка посмотрим, кто приехал к нам. Нам чертовски повезло, что приехал полицейский и разберется с этим мясником.
Он все-таки разболтал. Ну вы, доктор, даете. Вот и наш полицейский Эндрю Смолли. Я думаю, что он арестует мистера Мяса, да не только его, но и его друзей. Надеюсь, все в порядке, а? Мистера Мяса арестовать! Не понял, сэр? Вот что, сэр, я буду с вами откровенен. Мне не нравится это здание. Мне не нравятся эти сотрудники, и вообще мне ничего не нравится, сэр. Ага, и это все? Не понял, сэр. Я полицейский, и поэтому я не спрашиваю вас, кто преступник. Однако, самый опасный мясник пойдет в клетку. Не нравится мне все это, сэр. Эндрю Смолет, старый коп и солдат, любит говорить правду в глаза, чего и страдает. Характер прескверный, не женат. Раз-два! Надо же, какой ужас! Да, реально жуть. Девушка, идите по своим делам, я тут сейчас работать буду. Как здорово, что у нас еще есть время. И всего за $50 в час. Когда я начинал работать, я платил $100 в час. Ребекка, угадай, чем мы сейчас занимаемся. Пока Эндрю уводится с лаборатории, он сказал, что закончит через 15 минут. Надеюсь, тебе не скучно? Угадайте, что я смотрю. Все, мы уже выезжаем? Еще не прошло 15 минут. Татарский соус. Возьмите зелье. Это было вкусно. Мы должны льнуть зелье в сорняк. И вы зря выпили зелье. Это очень опасно. Что со мной может случиться? Ты боишься, что я лопну? Еще хуже. Сначала вы жидко поправитесь. Поправлюсь? А потом лопните. И думаешь, что-то еще? Все вокруг заняты, а мне и заняться нечем. Как нечем? Отвечать на телефон и звонки. Хорошо, капитан. Это мистер Мясо? Нет, это доктор Уайт. Это мистер Мясо? Нет, это доктор Уайт. Это мистер Мясо? Нет, это доктор Уайт! Я не мистер Мясо! Доктор, мистер Мясо — это название фермы. Пузырьё паста! У ворот очень грязно, пора подмести. Какой смысл? У меня ничего не получается. Вы справитесь. Ты что, совсем тупой? Не сдавайтесь, доктор! У меня партия наград для Амелии Кларк. Почему у меня ничего не получается? У меня ничего не получается. Не сдавайтесь, доктор. Я знаю, что вы можете уметь то, чего делают люди. Будем открывать банку. Оп! Видите? Теперь вы возьмите банку. Стэнли, это баклажан. Да. Вам нужна банка. Нет. Возьмите это. Теперь снимите крышку. Расслабьтесь. Поднимите руку. Отлично. Вы почти у цели. Теперь положите ее. На крышку. Замрите!
Ну вот, теперь поднимите руку к крышке. Холодно. Теплее. 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 Горячо! Горите! Горячо! Хорошо, хорошо, подождите. Делайте в точности, как я. Точности, как я. Точности. 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 Точности, как делаешь ты. О нет, я сломал ее. Нет, доктор, вы открыли ее. О, правда? Ура, мы сделали это. Да, вы классно работали, доктор. Да, помнишь, как я поднял руку и положил ее на крышку? Да. А потом я снял крышку и подумал, что сломал ее. Но я не сломал, я открыл банку своей рукой. А все потому, что ты показала мне, что нужно делать. Спасибо тебе. Есть милый темный мир, злодейский темный мир. И я его начало. Я грозный мясник, бродяг. Он грозный мясник, бродяг. Их у меня немало. Вперед же, смельчаки. Вперед же, смельчаки. Вперед, родные детки. Вперед. Вперед. Дельцы и игроки. Дельцы и игроки. Мои. Мои марионетки. Не для меня закон. Не для него закон. Не для меня преграды. Не для него преграды. И даже палец мой. Палец, палец стреляет, если надо. Мне служат смельчаки. Ко мне ведут все нити, ему идут все нити. Я пальцем шевельну, пальцем шевельнет. И жди больших событий. 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 Жди больших событий. И жди больших событий. И жди больших событий. Визирование мяса приносит своих телезрителей назад и внутри. Два. А, ой, что это за инопланетная свинья какая-то уродливая? Еле отбился от нее. Уже прошло 15 минут. Это значит, что уже пора собираться. Внимание! Все собираемся! Мистер Мясо идет в тюрьму с друзьями. И свинья тоже. Thank you.
Скажи, мясник, долго мы будем тупить, как Патрик из губки Боба? Мне до смерти надоел этот полицейский. Хватит ему командовать. Я хочу жить в его бункере. Пес, твоя зеленая башка не обладает умом, потому что в ней никогда не было мозгов. Что мы будем делать, хозяин? Мы их заколдуем, доктора и агента. Они станут свиньями, и мы их убьем, зажарим и будем продавать, как пирожки. Уже приехали. Это наш шанс. Buddy, you're a boy, make a big noise. Big noise, big noise. Big noise, big noise, big noise, big noise, boy, make a big noise, big noise, big noise, everybody. You big disgrace, kicking your can all over the place. Singing, we will rock, 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 rock you. We will rock, 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 rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. You're gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place. Rock you! Robot! Rock you! Robot! Rock you!
Thank you.